Привет, друзья, и вам, враги, привет. Дует сильный ветер. Сегодня у нас, можно сказать, обширная экскурсия по набережной. Попробую пройти там как можно больше. Дует сильный ветер, поэтому придется обработать видео, как мы поставить музычку. А звук сделаю потише. Ну и мы с вами можем пообщаться в чате. Видим последние денечки. We'll be right back.
Thank you.
пляжа. Центральный пляж, центр, вот там везде красиво. А здесь уже получается, что, короче, нет. Здесь мне больше нравится, блядь, здесь поменьше народа. Вот, кстати, показывает, что 35 градусов на улице, 26 вода, это пляж Приморья. А, насколько я знаю, он платный. 600 рублей. 600 рублей стоит, чтобы зайти вот на этот говнянный пляж. Маленький. И в эти 600 рублей входит только лежак. Больше ничего. Так что, не знаю. Ну, здесь, наверное, в основном от Приморья отдыхают. То есть вот это вот все, то, что вот в той стороне. Это все длинное, это Приморье. И вся вот эта вот набережная, вот этот, короче, лагуна-клуб. Это все принадлежит министру чего-то там экономики. Мантурова, короче. Все это Приморье принадлежит Мантурову. И вся набережная. И вот этот ночной клуб там с бассейном. Бузова недавно тут была. И вот это вот KFC тоже, короче. Ну, короче, все у него выкуплено здесь. Все схвачено. И вот, короче, самое длинное-длинное. Все, короче, там этих корпусов просто мерено-немерено. И вот эти вот киоски, то есть он сдает, короче, все это его. Вот. Да, там тоже, короче, что-то идет вот. А ремонт уже долго. Вот там вот. Давно уже там они что-то долбят. Там тоже что-то такое будет. Но это тоже все, короче, его. Самый-самый центр. Все мантуровское. Мантуровская. А, кстати, тот Мантуров, который, когда Путин был на Максе недавно, и там продавщица КГБшница продала ему мороженое, он сказал, отдайте сдачу Мантуру, ему понадобится на развитие. Вот, собственно, Путина ему и отдал на развитие. Там огромный бассейн с подогревающейся водой. Зимой там тоже, короче, плавают. Короче, вот такая у нас прогулочка сегодня с вами по всей набережной, прям, у меня, конечно, онемели уже руки, вот, так просто ознакомительная, так сказать, прогулка. Ну, я начал не сначала набережной, там еще есть, до Кемпинского, с Толстого мыса, короче, начал, но до Тонкого я, конечно, не пойду, там, короче, очень-очень долго. Так что наслаждайтесь, смотрите дальше. Thank you.
или там волосы.